Добрый день, урок номер два. Сегодня мы поговорим о понятии сайт, о файловой структуре, о структуре страницы, свойствах страницы, о навигации на сайте, в частности меню, и размещении контента. В первую очередь поговорим о понятии сайт. Понятие сайт включает в себя структуру, HTML-шаблон, набор страниц, скриптов, которые называются публичная часть, компоненты, шаблоны компонент и также ряд параметров. Настройки сайта можно смотреть в административной панели. Давайте зайдем, посмотрим. Заходим в административную панель. Идем в настройки. Настройка продукта, сайты, список сайтов. Здесь мы видим список сайтов. В данном случае у нас один сайт. Давайте зайдем для того, чтобы посмотреть его настройки. Здесь мы видим один из важных свойств нашего сайта – это его ID, S1 в данном случае. Он активен, у сайта есть название. Здесь указывается папка сайта. В параметрах, важным параметром здесь можно назвать язык сайта, формат даты времени, ну и кодировка. В системе реализована многоязычность и многосайтовость. Технически сайтов может быть реализовано бесконечное количество. В стандартной поставке может быть реализовано два. И далее количество сайтов определяется лицензией. Особенностью многосайтовости является то, что все сайты в системе будут работать в рамках одного ядра. На одном хостинге будет одна база данных, будет одна административная панель и, соответственно, один администратор. В системе также поддерживается многоязычность. В административной панели существует переключение между доступными языками. Вот здесь мы видим доступный язык английский. И, соответственно, многоязычность также поддерживается в публичной части. В компонентах, в шаблонах компонента, в компонент реализуется вывод на необходимом языке всех тех фраз, которые необходимо перевести. Язык также является настройкой сайта. Как я и говорил, это можно изменить здесь в настройках сайта S1. В нашем случае вот здесь в параметре язык можно поменять на английский. Совместно с многосайтовостью многоязычность является одним из инструментов разработки сайта с несколькими языковыми версиями.